И привет всем, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем новую рубрику на канале. Ну, то есть не начнем. Ну, короче, поиграем в Grand Truck Simulator 2, я вам все расскажу. Ну, короче, типа, что мы сегодня будем делать? Ну, это будет такой подготовительный ролик. Я вам расскажу про проекты. Ну, то есть, я такой смотрел YouTube, и там, ну, чувак делал проекты некоторые в Grand Truck Simulator 2, и из-за этого я такой подумал, ну, типа, ну, чем бы себе не сделать, ну, типа, почему бы и себе не сделать, ну, и, в принципе... Сегодня я вам расскажу про эти проекты. Первый проект это будет Scania 142H. То есть она будет ориентирована на то, чтобы ну, максимально быстро разгоняться до сотки. Также у нас будет еще один проект. Это у нас Kenworth. Ну, у него ориентация на максимальную скорость. Что с другими делать, я не знаю. Ну, типа, вот, думайте. Что сделать с Актросом, что сделать с старым Мерсом, что сделать с Маком. Пишите в комментариях. Если честно, будет интересно почитать. И, ну, самые лучшие какие-то идеи я реализирую. Ну, и запилю видос на канал. Естественно, если вам понравится, если вы оцените это видео лайком, комментариям, ну и просмотрами, в принципе. Так что как-то так. У меня все машины, в принципе, отреставрированные. В принципе, все на максимальных двиглах, только не менялись дифференциалы и не менялись эти коробки. Ну, то есть надо... Суть проекта — это поменять дифференциалы, поменять коробку так, чтобы ну, со своей задачей грузовик справлялся ну, за наименьшее время, в принципе. Как-то так вот. На Scania 142H у меня двигатель 530 лошадей, в принципе, офигенное двигло. Ну, как-то вот так вот. Конечно же, она бэушная Scania с лямом километров. Я, кстати, если чё, то я лям сам, типа, набил. Там было 900 тысяч где-то или 800. Не, по-моему, 900, там, 900 с копейками тысяч, типа, и я набил лям уже на этой Scania. Прикольное чувство, когда лям себе набиваешь. Класс. У нас 530 сил, 2500 ньютон на метр момента, турбоинтеркулер, так что все вообще классно. Максимальное двигло этой Scania. Максимальные шины стоят. В принципе. Коробка Scania GR. И дифференциал R770 от Scania тоже. Ну, то есть все сканиевское, все такое классненькое, типа, не знаю, максималка, короче. Ну, типа, сток. Сток, но максималка. Не знаю, я хочу что-то сделать, типа, хз, как вообще это все реализировать, если честно, вообще хз. Будем посмотреть, ну, типа, ну и Kenworth, конечно же. Тут у нас скины все. Обычные колеса, 510 лошадей, 12,9 литров, турбоинтеркулер, 2500 момента. Ну, то есть тоже макс. Насколько я помню, да, насколько я помню, максимальное. Ну, я премиум себе сделал, ну, то есть на этот грузовик, что он может ехать без ограничения скорости. Кстати, если что, лайфхак для Scania, там, ну, если кто не смотрел мое видео по разгону до сотни, по-моему, да?
По-моему, да. Или по лучшему грузовику, по-моему. Короче, там я рассказывал, что есть один лайфхак. Если хотите его знать, посмотрите. В принципе, будет интересно. Вот это вот говно я себе придбав просто, ну, типа, прикупил, так сказать. Просто для кайфа. Не знаю, я что-то с него хочу такое сделать. Максимально эффективное. Что возможно, в принципе, как бы на этом грузовике. То есть я сюда, наверное, поставлю сканиевскую коробку, сканиевскую. Это дифференциал. Ну и как бы посмотрим. Может, и не сканиевскую. Посмотрим, короче. Потому что, ну, это вообще не дело. От слова совсем. Максималка 60 километров в час. Вот это вот дело, конечно, но я хз, что с ним делать вообще, типа. 570 лошадей, 2700 момента, турбоинтеркулер, ну, как бы, самый крутой двигатель. Но, типа, он вообще не едет. Не знаю, я, ну, понимаете, в чем прикол? Он не едет, у него максимальная скорость ограничена 90 км в час. Ну, и как бы больше ему-то и не надо. Поэтому я не знаю даже, что с ним делать. Может, его просто ставить? Короче, предлагайте в комментариях. Трехосный, ну, типа, Макс. Это тоже Макс-версия. Двигатель Макс и диф, и коробка не менялись. Лям 132 тысячи 100 километров. Не, ну, конечно, это вообще жесть. Просто же скач. Турбо 443 силы 176. Ой, блин. 173 силы и 446 моментов. Ну, давайте проверим, наверное, да? Давайте на вот этой вот карте проверим. Ну, типа, скорость сейчас от 0 до 100, потому что это у нас машина ориентирована от 0 до 100. Как бы, как ни странно. Сейчас она загрузится. В принципе. Короче, посмотрим, буду ехать. Если что, если кто не знал, то надо, чтобы свечи вот эти вот, блин, не свечи зажигания, а прогревальные свечи. Там, короче, на приборке желтый огонек погас. И только после этого нужно заводить тачку, она типа нормально заведется. Я сам этого не знал, но сейчас знаю, в принципе. Ну, коробка я хз, если честно. Вот миллиард вариантов. Будем тестировать всякие разные, потом загружаться, тестировать снова, вообще, ну то есть, вообще загружаться, там, ну, и т.д. и т.п., короче, будет много всяких тестов, если вы, конечно, это поддержите, если не поддержите, я себе сам там сделаю, ну то есть, камон, нафига, типа, если вы не хотите это смотреть, то нафига это снимать, короче, с пятой стартуем. Просто изи-вин, конечно. Ну, топит знатно. Что еще сказать, так сказать? Короче, вот пошел разгон. Сейчас перерегистрируем. Ну ладно. Ну, короче, вот такой приблизительно разгон сотни. Вот как-то вот так.
Также я эту тачку занизил, то есть у меня подвеска такая подзаниженная, причем заниженная, ну, идеально, то есть как бы на препятствия может переезжать, кочки может переезжать, но тем не менее она реально занижена, нормально так выглядит. Вообще изначально я хотел сделать такой тачкой на прокачку, короче, знаете, типа такой, ну, по фану кататься, знаете. А вышла тачка, которая, ну, как бы и для грузов норм, и как бы прет нормально, ограничение маленькое, то есть там 120 км в час. Как-то так. Очень классная вообще тачка. Мне нравится, как минимум. Но единая ее проблема — это тормоза, потому что когда ты тормозишь, она типа, во-первых, глохнет, во-вторых, типа она может. Короче, игра может подумать, что она заглохла, а она не за... и сама заведется, типа, и как бы такое вообще. Вообще тут это заведена тачка или нет, это тестируется просто на том, типа, есть ли обороты у колес. Ну и как бы еще, когда ты стоишь, то есть когда нет оборотов, ну еще там проверяют, типа, заведен ли двигатель. И когда обороты на скорости пропадают, то в принципе двигатель типа блокируется. Из-за этого тачка типа глохнет. Но она нифига не глохнет, это типа просто так сделано. Хреново. Так что, если кому интересно, то очень так. Это очень такая интересная тачка, короче, там, чтобы затормозить, там не надо тормозить в пол, там надо тормозить еще, типа, ну, если надо увернуться, там, ну, тормозить в пол, это вообще, ну, как бы, ничего, это не спасет, так сказать. Там надо тормозить в пол, потом чуть-чуть подгазовывать и, как бы, уворачиваться. Я, кстати, поставил себе таймер, сейчас затестируем нормально, на сотни. Чтобы было не дело. Поджирает, в принципе, масло чутка, это две, ну, вело. Но это, типа, не очень-то и есть проблема. Даже чуваки с седьмой можно стартовать. Просто типа две передачи. Седьмая и десятая, и все. 9 секунд до сотни. Блин, 9 секунд до сотни, это вы понимаете просто? Это, во-первых, на механике, а во-вторых, ну, типа, так машины легковые разгоняются. Ну, типа, вообще, камон. Вот это интересно, что, ну, блин, 9 секунд до сотни. Некоторые легковые машины хреной разгоняются. Ну, тем более это Скания 80-го года. Тогда вообще камон. Ну, типа 2000-х годов машины хреной разгоняются, чем вот эта тачка. Ну, это вообще жесть какая-то. И тут, кстати, тоже этот желтый чек горит. Там wait написано, если что, никто не, ну, если никто не знал, то там wait написано. Типа на этом чеке. Только когда он погас, можно забить тачку. В принципе, это, наверное, никак в этой игре не влияет, но, по-моему, чуть-чуть-то влияет. Колеса все нормально накачаны, так что, ну, норм, короче. Будем смотреть, так сказать.
Я, в принципе, уже подобрал варианты некоторые по коробкам, по дифференциалам. Ну, дифференциалы, там я все минималки буду ставить. Потом просто 2,6 и все. Если не понравится, то будем ставить чуть-чуть больше. 2,7, 2,8. Ну, типа. Тут вообще большой дифференциал. Тут 3,5, по-моему, стоит на этом тягаче. Тут еще есть запас. Можно сделать себе такой тягач, что будет вообще, там, не знаю, валить 200, типа. Но я вот хочу, понимаете, моя цель сделать тягач, вот именно вот этот вот Кенворд, чтобы он валил 200. Если он будет валить 200, то это все, ну, типа, там он дальше вообще не надо. Ну, то есть 200, понимаете, но сейчас его максималка это 151, по-моему, 152. Сейчас, короче, посмотрим. Я даже и не тестировал максималку, потому что, ну, это вообще жесть. Никогда-то не ездил. Давайте вон до Хейланда. До Хейланда. Короче, вперед поедем. Город типа Хейланд. Что-то такое. Что он так называется? Надеюсь, что нам хватит. А, или нет. Не, наверное, давайте сейчас сюда. Или тут грунтовка чего-то. И, блин, Кенвар тоже он глохнет тупо, вот просто вот. Ну, захотелось, он заглох себе. Класс вообще. Спасибо. Стой. Да, давайте в Хейлен поедем. Там грунтовка, там просто такая прямая большая, да? Все, топим, топим максимально. Экономично топим. Так, 90, 100, 110, 120, 100. 30, 140, 100, 47, 148, 149, 148, так, горочка, топи, пожалуйста, 148, 149, 150, 151, все. Окей, я дальше не буду. Там можно будет, ну, 151, 153, где-то в районе, короче, вот этого. Хочу 200. Хочу 200, потому что потому. А, так, ну, еще нормально, 70 градусов. Я думаю, будет вообще до первых градусов 100, ну, 90. В принципе, тормоза 100, но это нормально. Ну, вот такие вот планы. Пишите, снимать ли это в комментариях, в принципе. Меня запись оторвалась. Ну, короче, ничего. Да, пишите, снимать ли это в комментариях. Нравится ли вам такое? Ну, то есть, проекты интересные. Предлагайте свои проекты на вот эти вот тачки. То есть, номер Mercedes-Benz Actros MP4. На старый Мерседес, на Мак. Предлагайте на эти тачки, потому что я вообще грибу, что с ними делать. Но типа без лимита скорости. Ну, то есть там есть лимит скорости. Просто на этих всех тачках. Я хз, какой он. Типа. Может затестировать лимит скорости. Может что-то еще. Хз, короче. Предлагайте. Как-то так. Вышло. Это видео ознакомительное. В следующем видео по этой игре мы будем с вами устанавливать коробки, в принципе, разные. Не знаю, на какой тягач. Вообще, что первым снимать? Типа, говорите, потому что, ну, это как бы затраты жесткие. 18к коробка одна. Еще 12 где-то див. То есть по 30к в тачку, то есть 60к надо, как минимум. Где-то плюс-минус, ну там больше даже. Там 62, 63.
В районе, так сказать. Я вот эту тачку до хрена бабла потратил, конечно. Ну, что поделаешь? Мак. Мак, кстати, охрененная тачка, но мне что-то вот, не знаю, не хватает. Понимаете, в чем прикол? Я еще подумал. Я как-то заехал в мастерскую на Маке, а на него можно поставить этот двигатель на 300 с копейками лошадей. То есть что-то с него там можно выжать, понимаете, вот в чем прикол? И если мы его реально, ну, то есть так, качнем жестко, то в принципе это будет прям неплохой такой вариант. Ну, то есть я вам сейчас покажу. У него просто говно какое-то стоит. По коробкам, по этому всему делу. Блин, я столько в нем не был, в этом маке. Даже скинка какой-то ему поставила. Или это без скина? Не, я ему скин не ставил. То что MCKA, типа. Да, ему скин не ставил, чуваки. Какой-то новый этот скин. Ну, прикол. Вот видите, 385 лошадей, 1500 моментов и 8,9 и 3 литра. Ну, то есть, нормальный такой под 400 сил. В принципе, как для Мака это, ну, прям хорошо, потому что, ну, типа, 412 сил, это уже у нас идет Кенвард сток. Ну, это вообще неплохо, я вам так скажу. Так что, если ему поставить, в принципе, от Кенварда это все дело, то можно что-то с него извлечь. Понимаете, о чем прикол-то? Просто если мы его настолько вкачнем, что он будет так ехать, что 120, там 140, знаете, то это будет прям тачка на прокачку, это будет, понимаете, вот, вот прям вообще класс. Еще цвет ему нормальный сделать. Не знаю, я его представляю Мака где-то вот, вот в таком вот цвете, типа черненьком таком, где-то такой. Ну и короче, типа, если его, там, понимаете, там в старых тачках, если их реально хорошо вкачать, то можно этот, можно, типа, валить на них хорошо. Потому что нету ограничения скорости. Чем дороже тачка, тем больше ограничение скорости. То есть, чем дороже тачка, тем ты больше наиграл, и тем ты можешь, ну, как бы, вообще заплатить им, типа, этим чувакам. На Кенвард ладно, на Кенвард простительно хотя бы, ну типа, но на Мак непростительно. Так что вот как-то так. Вот это интересный проект будет. Я думаю, то есть у нас даже не два, а три проекта, ну то есть как-то так вот. Много всяких переключателей каких-то интересненьких. И да, если вам это видео понравилось, то ставьте лайки. В принципе-то подписывайтесь на канал, комментируйте. Магнитола еще тут такая. Вообще прилепленная просто. Прилепили, чтобы было, знаете. Много тачек интересных, с которых что-то можно сделать просто. Годная, понимаете? Там, ну, то есть Мак это реально такая годная штукенция, с которой что-то можно вот такое сделать, что прям офигеть. Как-то так. С вами был ЗСБ. Короче. Всем удачи и всем пока.